Так, начинаем строить баню. Вот такое помещение. Здесь будет стоять печь. Потолок пока в таком виде. Окошко будем обрамлять. Ну и, соответственно, ставить дверь. Дверька уже стоит. Вот она. Все, посмотрим, что получится. Вот мы наконец-то доделали сауну. Сейчас покажем, что получилось. Вот наши все инструменты. Их тут, в принципе, не так мало. Но для хорошей сауны надо инструмента много, чтобы все было хорошо. Так, здесь у нас отделка трикохлоридом и дерево термообаш. Все на плавающих каркасах, на плавающих креплениях, потому что дом может садиться. Так, идем в сауну. Вот такая дверка. Наличник получился массивный, но смотрится очень даже неплохо. Вот тут у нас свиной панно. Анатомический полог. И соляная подсветка. Цвет можно поставить разный. Красный, желтый, зеленый. В принципе, выбрать под настроение. Вот. И подсветка полка. Это оптическое волокно. Так, с печкой. Печка, отделка змеевик. Ну и стенка, соответственно, взяли змеевик. Чтобы все было в тон. Вот такая банька получилась. Видели, что было до и что стало на выходе.